17 сентября в Каспийске в Краеведческом музее прошла экскурсия для людей с ограниченными возможностями здоровья, организованная директором учреждения Сабиной Тагировой. Здесь им рассказали об истории города и ознакомились с работами именитых художников и фотографов. Здесь есть очень много интересного. Она нам показывала, рассказывала, что и как. И не только это, и она нам сегодня накрыла сладкий стол, там горячий чай. И хочу сказать спасибо, это действительно вот так очень приятно с ее стороны, то, что она сегодня пригласила на сегодняшний праздник, День города у нас сегодня Каспийска. В ходе встречи инвалиды-колясочники поделились впечатлениями и обсудили интересующие их вопросы за чашкой чая. Кроме того, новоиспеченный председатель Всероссийского общества инвалидов города Каспийска Айшат Хирамагомедова поздравила всех каспийчан с этим праздником и рассказала о важности проведения подобных встреч. Хотела бы поздравить всех каспийчан с праздником, Днем города, пожелать всем самое главное здоровья, мира и поблагодарить также работников музея, которые сегодня нас пригласили сюда, инвалидов, накрыли такой стол, где мы в кругу, таком теплой обстановке, они нам рассказывают много интересного о городе, кто-то вспоминает свое детство, то, что здесь провели, рассказывают, обстановка очень теплая, очень такая дружная. Завершилось мероприятие вручением подарков в виде чайных наборов и сувениров.